А теперь главный номер программы. Или главное блюдо, это как посмотреть. ГСБшники засели в окрестностях Вашингтона и ждут подкреплений, а их все нет и нет. Какая досада. Более легкую добычу представить сложно. Раздави этих фашистских выкормышей, и синяя зона наша. Угу. Пентагон? Нет. Видимо, Пентагон. Данные обновлены. Нет, не Пентагон. Это какая-то дикая фигня. Поступило сообщение. Уничтожьте базу ГСБ на северо-востоке. Да легко. Обнаружен повеление. Данные обновлены. Строим второй добывающий завод. Строится. Приостановлено. Строительство. Подготовка. Войны к оружию! Ракеты что одно надо? Одно дело, одна цель. Войны к оружию! Да пофиг, заказываем по максимуму. Войны к оружию! Строительство завершено. Ракеты что надо? Разметывание невозможно. Строительство. Строим фабрику. Сюда. Ракеты что надо? Войны к оружию! После постройки бункера рядом с ним можно разместить три орудия. Ракеты что надо? Бункера? Данные обновлены. Ракеты что надо? А, эти да, оборонительные башни. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Доступны новые постройки. Ракеты что надо? Комбайн, МСЦ. Подготовка. Ракеты что надо? Войны к оружию! Все ненужная фигня. Когда в путь? Войны к оружию! Войны к оружию! О, у меня можно построить огнеметчиков, по-моему. Черные братья. Недостаточно средств. Точно хор негров. Смерть ГСБ! Это что ли черные братья, да? Они самые. Завалим кого-нибудь. Нужен научный центр. Вот. Строительство. Ох, опять нас ждет дефицит минералов. Ракеты что надо? Найдем, убьем. Бей! Ну куда вы все пошли? Ракеты что надо? На подходе огнеметные танки. Ракеты что надо? О, огнеметные танки, это здорово. Авиация противника. Да никуда она не пролетит особо. Блин, вся пролетела. Огнеметные танки создают на военных заводах. Они отлично сражаются в городе. Объект атакует. Ну ладно, тут еще и вторая база. Какой сюрприз, подарок и все такое. Сейчас будут ранги. Нам идти. Нет, ни одного ранга. Как же так? Что за предательство со стороны командования? Никому не дали повышение. Центр. Если мы захватим торговый центр, то сможем торговать кальянами. Всяким дешевым пойлом. Скорее всего, это даст нам какие-то ресурсы. Да уничтожьте вы танк, то ё-моё, он всех давит. Где у меня гранатометчик? Зараза, все поуничтожали. Что за подстава? Мне такое не нравится. Доступны новые посты. Взяли, все уничтожили. Кого поджарить? Войны к оружию! Ну вот огнеметные танки, я думаю, дадут им прикурить. Войны к оружию! К бою готов! Причем, что противник сам весь в сигарету превратится в одну большую. Будет так хорошо дымиться. Открыть клапан.
Это просто имбовые танки. Если бы они были сейчас еще третьего ранга, я думаю, было бы вообще шикарно. А здесь еще одна база, кстати говоря. Вот пехоту из здания они точно выкурят, если успеют доехать, блин. Чё? Тут гранатометчиков тьма тьмущая. Куда меня послали? Какие-то крепкие эти машины. У меня были не такие крепкие, знаете. Так, у меня остались только гранатометчики. Офигеть. Здорово. Сработано. Да вообще, ну, заметьте разницу в здоровье. Когда у меня они были на вооружении, эти все. Хорошо. Пехотинцы и все такое остальное. И когда мне их дали в качестве противника. Они реально меня уничтожают. Знаете ли. Мы лучше. Когда в путь? Танк еще 1200 стоит. Когда в путь? Недостаточно средств. Что там, захватить депо? Соорудить мясорубку. Мясорубка. 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 Когда в путь? Из чего котлеты делать будем? Нет доступа к технологии, погодите. Соорудите что? Соорудите мясорубку для обороны базы. Но у меня нет ничего. У меня только хранилище Тиберия. К бою готов. Как это понимать? Мы прибыли. К бою готов. Да нет тут никаких мясорубок. Здесь ничего нет. Что они ко мне пристали? И где у меня, черт возьми, техцентр? Точнее, не техцентр, а главная база. Рыжа, ее что, здесь. Снесли, что ли? Двигай! Обнаружен противник. Показал. Обнаружена база противника. Ладно, с этими мы быстренько справимся. А вот с этими мы не быстренько справимся. Потому что они быстрее справятся с нами, я так понимаю. Быстро! Обнаружен противник. Туда! Сколько у вас тут противника, а? Кишмя кишит. Давай поднажми! Двигай! Вот здесь я чувствую, что-то такое важное у них расположено. Уходим в рейд. Новое задание. Туда! Ну и что ж, там хранилище будет... Тиберия. Еду! А что ж такое? Просто месяц даже эти пулеметные БТРы просто месяц мою бронетехнику. Это вообще. Обнаружена база противника. Что-то неправильное, знаете ли. И стреляет еще через пол карты. Молодцы, конечно, но давайте без этого. Готов! Быстро!
Недостаточно средств. Туда! Обнаружен скрытый объект. Объект атакует. Это зараза. Давай, давай! Выкатим их! На абордаж! А как тебе вот это? Следующий. В атаку! Как ты меня достал? Давай, живо! Выше нет. На абордаж! Дрожите, черви! Мне это по нравам! Жми на гашетку! Объект. Бей их! На абордаж! Да, разница в силе, конечно, ощутима. Давай, давай! Во время моего прохождения, во время прохождения за другую сторону. Им не спастись. Огонь — это круто. Угу. Полегче. Здесь тоже хранилище Тиберия. Объект атакует. Недостаточно. Налетай! Повышение. Жми на гашетку! Давай, давай! Выкатим их! Так, вот нодовцам нипочем этот Тиберий. Хотя, может, для всей бронетехники нипочем. В атаку! А, вот этого вот не надо, это лишнее. Налетай! Стойте здесь, стреляйте. Прах праху! Жги их! Огня опасно! Обнаружим тебя. Огонь — это круто! Нет, тут для пехоты он тоже, видимо, опасен. Объект атакуют. Осторожнее! Не надо атаковать мои объекты. Пошел! Да зараза! Сдох, выстрелил, убил. В такой последовательности была потеря юнита. Сквозь пламя ват! Приближаемся! Да хорош! Сквозь пламя ват! Заканчивайте. Очищение. Да что ж такое? Жги их! Очищение. Ближе, ближе. Сквозь пламя в ад. Жги их! Объект атакует. Я устал ждать. Не атакуй мой объект. Не атакуй мой объект, зараза. Какие подкрепления? Это и так тут на соплях. Не надо никаких подкреплений. Где ох они? Ты, нифига ж себе разрослось такая. Туда! Налетай! Гори все огнем! Жги! Продолжаем уничтожать. Будет жарко, кружка. Я жажду жертв. Пустим пепел по ветру. Так держать! Быстро! Еду! По газам! Так, ну вот третий уровень ты не посмеешь замочить. Гнев Кейна! Очищение! Сквозь пламя в ад! Полегче! Осторожнее! ГСБ подтягивает подкрепление. Объект так. Зараза, реально шмаляет через всю карту. Очищение! Я сейчас обижусь и начну убивать. Жги их! Будет жарко. На базу, на базу. Эй, ну какие ветеранов прислали? Очищение. Куда это годится? Никуда это не годится. Сквозь вот один танчик уже получил законный третий ранг. Очищение. Мне было для самого покосного бы получить. Задание выполнено. Вот вам и задание. Сквозь пламя в ад. Задание выполнено.